Ребят, всем привет, вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с Таней поиграем в новый симулятор качка под названием Infinity Power Simulator 2, и здесь мы, ребята, можем летать, офигеть! Таня, привет! Смотри, улетела, здорово! Ой, я тоже приземлился. Так, ну слушай, смотри, мы с тобой, получается, сейчас можем брать вот такое вот перышко, да, и им качаться вот на однерочку. Вот. О, смотри, нифига, я больше стал. О! Во-во-во, пошло. Смотри, я лечу чего? И качаюсь. Я тоже, кстати, я могу летать тоже и качать. Подожди, а что-то я стал тяжелее, у меня как-то он не особо-то... Я, кстати, яблоко уже прокачал. Я смотри. Тоже. Да, тоже яблоком уже качаешься, офигеть. О, у меня... Что это? Сладкая вата. Я сладкой ватой качаюсь, да? Это сладкая вата же? Ну, походу, да. Я полетел! Так прикольно выглядит это. Полетели! Тут, кстати, смотри, много миров всяких разных. Плюс еще есть сейл какой-то. А, я типа могу продавать силу. Вон оно что. А у меня почему-то сразу продается, кстати, или нет? О, нифига себе, тут смотри, какие-то есть пэты, интересненько. Тут пэты всякие разные, смотри, за 5000 есть. А тут еще, наверное, какие-нибудь, это потому что слишком дорогой какой. О, я карандаш теперь взял, могу карандашом качаться. Слушай, так я уже давно качаюсь, я уже ручкой качаюсь. Уже? В смысле, а как так быстро-то? Ты как так быстро? Просто жму, кликаю. Слушай! Что такое? Вот смотри, вот у меня было 100 долларов, да, ты говоришь, силу можно продавать, а у меня-то сила пропадает. Ну, типа вот, когда другой предмет появляется, как это так? А какую силу тогда ты продаешь? Ну, вот эту как раз-таки и силу, то есть тут еще какие-то скиллы вон есть. Чё? Я не знаю, как эта штучка называется, но откуда типа эти... Покемоны. Что? Покемоны, точно, это кружочек, да, ребят, нифига себе. Я по 16, шарик. Да, я по 16, короче, прокачиваюсь. Я хочу открыть пэта. Короче, вот я нашел да самого дешевого наступает? Пэта. Да что это такое? Да отойди ты от них, что ты там к ним подошла? Не да, надо рядом с ними стоять. Я ничего не делаю. Вот, теперь у меня тоже вот эта штучка есть. Да, ты не ты. О, X2, Ксиль, я какую-то штуку подобрал. Нифига, прикольно, слушай-ка. А драться можно? Да, я могу драться, я могу драться. О, смотри, какая я бомбита. Тыщ. Я, короче, кого-то убью. О, нифига, тут гриб большой. Грибочек. Да. Сюда, банан. Грибочек. А, подожди, надо один раз нажать, и все, что ли? Да, и типа я урон наношу. Что-то непонятно. Ну ладно, так что продавать-то можно? Силу, да, как силу. А как силу-то продавать? Ну смотри, ты накопила, вот, например, видишь, да, у тебя сила. И иди продавай ее, и все. Просто вот туда идешь, продаешь. Оп-оп-оп-оп. Куда, вот. На сел, вот, что да, ли? Ой, да, я теперь бананом прокачиваюсь. Не, ништяк, мана. По 64. Тут, короче, вон какие-то еще челики ходят. А я прям ходят. Здесь прокачиваюсь. Прям здесь? А, на селе. Ха, нормально тебе. Так, а что мне купить-то надо? Что тут пэты. Вот, смотри, вот здесь по... Есть за 50 вообще, смотри-ка. А есть за 500. Да, неплохо. У меня неплохо. Уже не есть 500. Так, подожди, а почему у меня нет? О, new item, что это такое? Ну-ка. А, новый предмет сразу. Здравствуйте. Я получил сразу новый предмет. У меня какой-то меч. Щих. Я могу мечом каким-то уже прокачиваться. Ну-ка, сел. У меня 635. Давай-ка я тоже куплю нового питомца. Ну-ка, открываем. Открываем. Мне какая-то пчелка попалась. Пчелка? А мне кто? Мне тоже пчелка. И ну-ка, а сколько она дает? 1.35. Ну, неплохо, окей. По 86. У тебя что, палочка? У меня палочка уже, да. Да-да-да. А я сразу продаю. Я тоже вот сейчас продал. Тут еще, смотри, а полет интересно, для чего? Типа просто так летать? Тут миры еще есть, смотри. Ну-ка, я сейчас хочу попробовать найти, где здесь первый мир. Так, вот, первый мир. Надо 10 уровень левела. Так, подожди, а у меня какой? У меня какой, я как узнать? А сколько здесь, интересно, питомцев можно иметь? Там не написано, что ли? Должно быть написано, сколько. Я подбирать пошел, скорость. Я подбираю new item. Отлично. Я теперь
Унитазом прокач... А, нет, дринком. Чё? Чё у меня так быстро это... Поменялись предметы. По 172 теперь я качаюсь. Вот так. Ну-ка, продаем. А можно, короче, три. Три, да. Подожди, а чё так мало денег мне дали? Я не понял. Что вообще происходит? Почему так это мало? Я продал 1000, главное, и мне дали вообще ничего, ни о чем. Ладно. О, нифига себе, сколько уже пэт все наоткрывало. Я тоже два хочу. Всего лишь. Два, я тоже пошел второго, я и сейчас третьего хочу сразу. Новый предмет, что мне новый предмет пока не дают. Да. Что-то у тебя такое, типа газировочка, что ли? Походу, да. Походу, газировочка. Да, стаканчик. Ну, подожди. А, я не открыл. Хочу, вот. Ребята. Нифига ты большая. Так. О, у меня стаканчик. А что у меня палочки не было? Я тоже не понял. Тут, короче, есть шарики. Вот смотри, шарики скорости. Например, шарики нового итема. И ты, типа, их подбираешь. Вот я новый итем открыл сейчас. У меня кто? Я каким-то Шрековский. Смотри, у меня в руках Шрек. Смотри. Маленький Шрек. Маленький Шрек. Видишь? Это нет, не вот... Шрек. Это Шрек. А, это Шрек. Это Шрековский. Нет, это знаешь кто? Это с корпорацией монстров, да? Да-да-да, я уже не помню, как его зовут. Да, о, вот X2 Xil, смотри, вот смотри, видишь, тут маленький кружочек стоит, его так подбираешь, он дает тебе на 10 секунд X2 Xil, и ты типа такой, оп-оп, и у меня уже, 10 косарей сил, офигеть, вот так, прикачиваемся, оп, новый предмет у меня теперь, ой, я в новом мире, чего? Я реально в новом вире, в вире. Да, я в первом мире, короче, телепортирую тебя в новый мир, офигеть, сушка. О, какая я быстрая. Тут еще хакеры ты какие-то. Да, я тоже хочу. Вау. Давай, ты сейчас докачаешься до моего тоже уровня, скорее всего. Оп. А где свой уровень-то посмотреть? А как я не знаю, я не знаю, тут, наверное, где-то в настройках есть. Вот это, о. А тут какие-то штукенцы еще. А-а-а! Тут еще штуки какие-то, смотри-ка, бусты. Ну, типа, скиллы есть. Ну-ка, подожди-ка, скиллы. И что я могу ударять им? Ну-ка, иди сюда. О, нифига себе, полухакер какой-то. На тебе, на, хакер, получай. Вот так. Что-то как-то бьется он, конечно, очень странно, ребят. Так, ну окей. Это... Вот это что у нас такое? Это у нас... ну смотрите, 11 тысяч силы у меня вот сейчас, да? Это 2000 денег. Купец. А, вот, смотри. Справа есть значок... О, я теперь кнопкой ютубок прокачиваюсь, офигеть. Короче, справа, смотри, значок монетки. И там надо тебе 10 левел. У меня 11 уже. У меня 8. Восьмой, ну вот, давай, прокачивайся, и ты будешь на моей локации. Так, это что у нас? Это X2, это хорошо. Вот чувак какой-то ко мне идет. Я от тебя улечу, чувак, отстань от меня. Я вот такой летающий качкафан. О, у меня теперь наушники, следующий предмет. По 7000 я прокачиваюсь. Так, а сколько здесь стоит? 45 рублей. Есть пэты. Да, тут есть пэты. Стоит 500 тысяч денег. Первое яйцо, а второе 20 тысяч денег. Вау. 20 тысяч денег, это ты от меня, что ли, взял? Да, теперь я так разговариваю тоже. 20 тысяч денег. Ой, я теперь гитары начал прокачивать, неплохо. Тут за мной чувак бегает какой-то. Я не знаю, что он хочет, он, наверное, узнал меня. Так, о, новый предмет, я теперь прокачиваюсь фонариком. Ну, слушай, у меня... Так, какой у меня уровень-то уже? Ну-ка, давай-ка посмотрим. 13 левел. Как ты меня так обгоняешь? А? Я же тебя обгоняла. Ты меня обгоняешь. Ну, ты потом просто начала... Я до сих пор на 9 левеле, блин. Ну, вот так вот. Я просто этот автокликер включил, и поэтому у меня быстрее кликается. Ясно, как всегда, хитрого Смайл Фредди включаю. Хитрый Смайл Фредди. Ну-ка. О, тут у нас скорость. Я, кстати, еще шарики подбираю. Бегай просто по карте, там лежат всякие шарики, типа X2 к скорости, X2 к силе. О, меня сразу переместил, что да, ли? Да, да, там сразу перемещают, да. Я да, думал, мне в портал надо. Не-не-не, о, я машиной прокачиваюсь уже. Шух. А ты цветочком прокачивался? Да, 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 так слышно, когда ты кликаешь прям, ребят, да, слышите, да, как она прокачивается? Ну, не то, что некоторые на автокликере там сидят. Ну-ка, я X2 Xili снова подобрал и... О, вот я тебя вижу, ну что, здрасте. О, я айфоном качаюсь, йоу.
Смотри. Я тоже хочу айфоном качаться. Айфоном? Не-не-не-не, только я качаюсь айфоном. Так, ну у меня дофига. Я тебя сейчас раздавлю. Не надо, не дави. У меня 100 тысяч денег, кстати. Я куплю вот этих новых пэтов, они, наверное, покруче, да? Типа не намного круче. 100 тысяч денег, я просто вообще... 100 тысяч денег, да, у меня 100 тысяч денег, все правильно. Все правильно. О, Lion, ну-ка, Lion. Lion, наверное, покруче, чем у меня, да? Один... Нет, у меня... А, нет, вот этот круче, чем вот этот, окей. Лайна одеваем. Все, ништяк. А тут у нас что? Тут 1.7, 1.5. Ну, блин, какие-то питомцы слишком слабенькие. Так, вон, я вижу новый итем. Пошел к новому итему. Ну-ка, пау, что это такое? Ред, я прокачиваюсь головой. Ой. 20к, договоришь. Да, 20 тысяч, да. Ну, тут питомцы, знаешь, не супер... Сильно отличаются. О, теперь пистолет я прокачусь. То есть от первой локации не сильно они отличаются. То есть я вот открыл за 20 тысяч, мне выпал типа хуже, чем я выбил в первой локации. Нифига, куда улетел? Что это было? Что это такое? Так, X2 ксили. Вот, отлично. Подбирай кружочки. Кружочки на карте подбирай. У-ху-ху. Знаешь, что мне нравится? Что? То можно возвращаться в свою маленькую... Маленькую форму, да, типа, да, форму, да, да. Да, классно, вот это мне тоже просто нравится. Просто не додумала и сказала. Так, ну-ка, скорость, подбирайся, подбирайся. А что он не подбирает? А, он типа не стакует. Смысл мне ее подбирать, если все равно потом... Не скоростная буду. Не, ну так ты, пока ты быстро, ты можешь подобрать, быстренько добежать и следующий шарик взять. Я вот, например, бегаю, беру. Тут, кстати, смотри, какие-то еще ивенты. Сейчас, короче... Мне силу дали, что... А, ага, X2 к силе. X2, да, вот на определенное время тебе дают X2. Во, я теперь тоже X2 прокачиваюсь. Все, нормально. Тут, кстати, ты видела сейчас, выходило что-то в центре экрана? Че, большой? Ай, маленький стал. У меня сковородка, теперь я сковородка качаюсь. О, нифига, у меня 2 ляма уже. Нифига. О, 500 тысяч. Маленький, большой. У меня 500 тысяч. Я пойду за 500 тысяч открою этот яйцо. Ну-ка, давай. Ну, самое вот не очень хорошее, то что чем больше ты становишься, тем медленнее. Ну да. Мне какой-то фрог попался. Нет, мне хуже выпал питомец, прикинь, чем в первой локации. Или подожди, или он просто левел апает. Нет, они левел не апают, они просто лучше. Ну окей. Чё-то как-то странно, ну ладно. Чё ты такая маленькая, смотри, какой я. Понятно, какая ты... что, ничего не понятно. Так, кстати, интересно. Я вообще летать умею, только что. Я 18 левел, кстати. Тут еще реберты можно делать. Ну-ка, реберт. У меня какой? У меня 11 всего. Да как так-то? Я подбираю, потому что подбираю кружочки и делаю себе X2 к силе. Вот смотри, видишь, я бегу сейчас к кружочку, который дает мне X2 к силе. Я пау, все, сейчас быстренько прокачаюсь. Вон, я вижу, ты начала тоже бегать где-то там. Не вижу. Я тоже хочу. Я начал, я короны какой-то начал прокачиваться. Вот так. Вот. Короной. Да, скорость и X2. Вот, вообще ништяк. Все, вот эти, кстати... Вот таких бустов я не видел вообще ни в каких играх, вроде как. Прикольно сделали, то есть интересная задумка. А я велосипедом прокачиваюсь. Да. А тут, кстати, вот тоже кружочки новых итемов есть. Поэтому я, может быть, еще за счет этого тоже быстро прокачиваюсь. Вот так вот. Что-то не очень быстро здесь развитие идет. Ну как, у меня нормально, у меня, в принципе, все окей. Опа, я теперь прокачиваюсь футбольным мячиком. О, я в новый мир переместился. Вот так-то. Ха-ха. Ну-ка. Это у нас третья локация. Да, 50 лямов. Да ты что? О, давай в Joe Event. Окей, нажми, или ты уже нажал No? Да. Чё, ты да? No нажал? О, мне дракон какой-то попался, что он даёт. 1.5, в принципе, норм. Так, я, короче, в другую уже локацию. Ладно, давай сейчас. Короче, если тебе будет в центре экрана выходить какое-то предложение, нажимай, вместе с тобой сходим, посмотрим, что там такое. А я пока вот в новую локацию прокачиваюсь, хочу новых пэтов затестить. Так, да давай, блин, так. Пока я до тебя дойду, это уже пройдет миллион лет. Да нет. Ты, кстати, тоже, что, можешь автокликер запустить и все,
быстрее, быстрее будешь прокачиваться. Вот. Это мой тебе совет. Оп! Я подарком прокачиваюсь каким-то. Так, ну, слушай, у меня сейчас будет дофига лямов денег. Сейчас мне надо. Мне надо продавать. Мне надо продавать и попробовать открыть новое. 4 ляма только, жесть! А новое яйцо стоит 50 лямов. Вау. Ну, много, слушай-ка. Тут еще интересно, что делают вот эти вообще мобы, которые стоят, да, неизвестно. Ого, я что энергетиком такое? Прокачиваюсь. О, ничего себе. А я какой-то... А, я будкой, будка телефонная. Офигеть, я большой стал. Да, интересно. Ну-ка, а следующий предмет какой? О, гранаты. Нифига себе, гранаты качать. Ну нет, то, что я подбираю меня... кружочки. Что у тебя? 14 уровень. 14? Ну вот я и говорю, надо бегать, подбирать вот эти кружочки, потому что они дают хорошие бусты. Типа, ты скорость взял, побежал, взял себе X2, взял себе новый предмет, это очень классно. Кстати, они вроде как появляются в одинаковых местах, насколько я понимаю. Может быть и нет. Так, ну-ка. Мне кажется, может быть, кстати. Да, вот новый итем. Я качаю, что это такое? Ноутбуком. Неплохо, неплохо. Я теперь прокачиваюсь ноутбуком. 100 лямов. Так, ну блин. Как же долго, мне кажется, копить вот на это яйцо 50-миллионное. Офигеть. О, я айфоном наконец-то прокачиваю. О, вот, давай сейчас нажимай зу. Видишь, breakout event. Погнали туда. Ну-ка. Я окей нажал. Нет, такого. Нету. А что, я нажал, и у меня что-то это тоже, ну, что-то я нажал, и все пропало. Ну, ладно. Все пропало. О, нет, все, меня телепортировало, вот. А что? А, надо просто уворачиваться, это как мини-игра, все, я понял. Минут, сейчас надо уворачиваться, чтобы меня вот эти вот... Ой, нифига себе, они со всех сторон идут. У тебя не тормозит игра? У меня немножко есть такое. Да нет, вроде, все нормально. Может, у меня что-то с интернетом? Не-не-не, если тормозит, то это, скорее всего, может быть, оптимизация какая-то не супер идеальная, поэтому, ну, может быть, и как-нибудь качество надо, может быть, понизить. Ну, надо посмотреть, будет в настройках, есть ли у них такие вообще. Потому что у меня, например, игра без звука, тут нет никаких звуков, странно. Я пытался найти, ребят, звук здесь какой-то, но что-то не нашел. Ладно. О, Мишка, косолапый, нифига. А я думал, если я задену, то все, это ГГ для меня, но нет. Окей, мы с вами продержались. Я, короче, тут ивент прошел. Оп, все, у меня, кстати, сейчас будет 50 лямов. Интересно, что за победу дадут? Ну-ка, дай-ка посмотрим. Я уже не знаю, чем я прокачиваюсь. О. А, я кепкой какой-то прокачиваюсь. О, слушай, прикольно, мне дали 120 лямов. 120 лямов дали за победу. Оле, как же круто. Так, какой мир мне там? Как мне телепортироваться теперь? Как мне найти портал нужный? А, вот второй мир, да, наверное, пауэр, да, 20 пауэра надо, у меня сейчас 23 пауэра, так, я вот да, сюда перехожу. Сковородкой прокачиваюсь. Сковородкой, о, сушка, неплохо, а я открываю питомцы все за 50 лямов. Да плохо, я хочу тебя догнать. Ага, сейчас догонишь, циклоп 1.8, вот, только во второй, в третьей, получается, локации у меня питомец лучше появился, офигеть. Так, ну-ка, давай-ка еще раз. Я хочу еще одного, ну-ка, циклопус еще или нет? Да, лазит еще один циклопус. Лазит, да, лазит везде, где хотят. Так. Нет, вот так. Лазят эти иконки всякие. А, ну вот я про эти иконки тебе и говорил, типа надо было принять. Чтобы... Я такая, я все сама. Я все сама, так, все. Я взял себе пэтов, вроде получше, чем у меня были. Теперь я могу летать, взлетать вот так. Качок летать, слушай, еще прикольно. Вот эту, ну, странно, но прикольно. То, что вот к энергию сделали, да? То, что можно прыгать. No. А то бывает так, что надо куда-нибудь запрыгнуть или что. А тут взял, зажал, и все, и шикарно. Ну, вообще классно. Да. У меня уже 20, какой я там, 20, 24 левел уже. Неплохо, неплохо. Вот эти иконки, это как раз-таки мини-игры, которые я тебя звал поиграть. Mm-hmm. У тебя какой уровень? Так я нажала, окей. Давай. Да, 19-й. 19-й, ну вот, да, тебе сейчас левел, то есть просто прокачивай сейчас. Все окей, ты сейчас апнешь сразу уровень и переместишься ко мне. А, я в вулкане? Что там делаешь? Я маленький в вулкане. Нет, я застрял! Help me!
Как мне выбраться теперь? Давай! Он не вылетает отсюда, ва! Сейчас, подожди секундочку, я попробую вылететь. Я что-то медленный какой-то стал здесь. Лава, она убивает меня здесь. О, я амонгасом уже не качаюсь. Каким амонгасом? Где ты вообще? Так, я иду сначала. А ты что, амонгасом не качался? Нет, у меня не было амонгаса. Чё-то ты вообще меня перегнала, что ли? Ну, где ты там? Где ты, покажись? А, вон ты, здоровая, давай драться, иди сюда. Ой, малюсик стал. Ой, и я малюсик стал. О, я этим виноградом прокачиваюсь теперь. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. В принципе, игра довольно-таки прикольная, и можно попробовать докачаться до самого конца. Напишите в комментариях вашу оценку этой игры, ну а мы будем заканчивать. Всем пока-пока. Пока-пока.